Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как включить проценты батареи на вашем смартфоне Vivo Y11S. Для начала мы заходим в настройки, затем спускаемся чуть ниже и заходим в пункт батареи. Видим здесь пункт уровень заряда батареи, нажимаем на ползунок и видим, что теперь у нас отображаются проценты батареи возле значка самой батареи. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!